и довел до войны, до всего, что мы знали. То есть средства оказались на полчаса, 17.30, 501, ну или там 17, сколько нам? Зеленое искреннее дерево, идеи. Я думаю, что... Дмитрий Яковлевич, вот мы сегодня присутствуем на презентации вашей книги «Российский путь». Вот за 20 лет, которые мы с вами знакомы, вы написали много очень хороших книг с дельными практическими рекомендациями по восстановлению экономики России. Вот создается ощущение, что вас не слышат или, может быть, не хотят услышать наверху. Да, власть, конечно, не слушает науку. Что там я? Есть значительно более компетентные и известные люди, чем я. Сколько предлагал Алексей Кудрин свои реформы, даже в отставку уходил, можно сказать, хлопнув дверью. Но власть его не слышит, и думаю, что и сейчас, хотя поговаривают о возвращении Кудрина в правительство, скорее всего, ничего не изменится, качественных реформ не будет. Представители власти хотят сохранить свою власть. Для них это главное, не реформа. То есть наша система власти, она строится по принципу профессионализма чиновника или личной преданности? Ну, сначала строилась по личной преданности, потом, конечно же, Путин стал обновлять аппарат и приглашал все больше чиновников, с которыми лично не знаком, но которые, как он считал, являются специалистами в какой-то области. Но при порочных институтах, то есть правилах игры, при которых невозможно выстроить нормальную экономику, даже профессиональный чиновник не может принести нашей стране какой-то пользы. А вот взятками занимаются успешно. Ну, а если бы вас пригласили сейчас в правительство, на каких условиях вы бы пошли? Нет, ну я бы отказался, я не чиновник. Я могу максимум быть каким-нибудь советником. Но даже в этом необходимости не вижу, потому что даже в качестве советников есть более компетентные, чем я, экономисты. Я пишу книги, я занимаюсь публицистикой. Мне кажется, что свою функцию я выполняю. Вот всем нам известны две традиционные беды России, да, дураки и дороги. И как вам кажется, помимо этих общеизвестных, какая главная вот, боль, главная беда России, которая приводит к этому нескончаемому потоку пожаров, трагедий, убийств людей? Борьба за власть и коррупция. У нас не установлены такие правила игры, при которых общество заставляло бы власть работать на интересы страны. Вот если такие правила игры будут установлены, а во многих странах они прекрасно работают, тогда и у нас будет меньше дураков и больше хороших дорог. Большое спасибо. Андрей Павлович, вот сегодня вы представляете новую свою книгу «Российский путь». Вы уже написали много очень умных книг, где предлагаете конкретные мероприятия по подъему экономики. У вас нет ощущения, что вас не слышат или, может быть, не хотят услышать наверху? К сожалению, в вашем вопросе есть неточность. Я никогда не предлагаю путей к подъему экономики. Я описываю реальность и пытаюсь показать те тенденции, которые из нее вытекают, из реальных социальных, экономических, политических отношений. И я никогда, по крайней мере, давно не пишу на тему, что делать. Когда меня спрашивают, что делать, я говорю, пожалуйста, к Чернышевскому и Ленину. Они знали, что делать. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какая главная беда России, помимо двух общеизвестных? Дураков и дорог – то, что мы не сформировали человека, который относится сам к себе как к личной собственности. Он не рассматривает себя как субъект, а рассматривает себя как принадлежность некоего целого, которое вправе им управлять. Он не рассматривает себя как индивида, носителя суверенных прав. И отсюда вытекает большая беда, что в России до сих пор, можно сказать, за 500 лет истории, я беру историю России примерно с Ивана III,
не сформировалась настоящей частной собственности. В лучшем случае она была как некая подсистема, в настоящее время она существует как такое маргинальное явление. А в целом у нас есть то, что я называю держанием, или то, что американский историк Ричард Пайс называл условной собственностью. У нас люди распоряжаются собственностью, но не являются собственниками. Они распоряжаются по велению какого-то верховного существа, которое у нас олицетворяется в государстве. У многих ощущение, что мы живем в состоянии какого-то перманентного траура. Вот как вам кажется, в чем причина этих, в общем-то, бесконечных пожаров с человеческими жертвами, авиакатастроф и прочих-прочих жертв? Ну, вы знаете, авиакатастрофы, пожары – это, конечно, очень плохо, это трагедия, это смерть людей безвременная, но это случается во всех странах. Гораздо хуже, что мы живем в эпоху, я бы сказал, социальных катастроф. Возьмите наш конфликт с Украиной. Это очевидная социальная катастрофа. Это гораздо хуже всех вместе пожаров, авиакатастроф и всего прочего. Скажите, пожалуйста, вот на фоне вот этих катастроф, пожаров, как вы считаете, какая главная беда России, не считая двух общеизвестных? Могу я начать? Да, начни. Меня поразилось вчера, и сегодня ехал, разговаривал с таксистом, обсуждали эту злободневную проблему, почему горит и так далее. Я при всей как бы любви к Путину, я вчера обратил внимание на его слова, что мне показали это впервые. Что он это произнес в даже в эфире, кажется, Первого канала, о том, что главная причина это заключается не в том, что где-то кто-то, сигнализация не сработала, а он вроде бы начинает формулировать. Я думаю, что он понимал, может быть, и раньше, но сформулировать это то, что в наше время можно за день купить любую справку. И что в связи с этим выявляется, так сказать, глубинный корень всего этого процесса. То есть коррупция. Коррупция – это та вертикаль, на которой построено все наше общество. И если даже с самого низа вынуть вот этот кирпич на уровень низовой, не исключено, что это все древо развалится. А как вы считаете, в чем главная беда России? Ну, с этим я согласен, что авторитаризм, в общем, главная беда России на сегодняшний день. И вот частный пример, если продолжать, что Росгвардия займется, последняя новость, что Росгвардия займется проверками всех торгово-развлекательных центров, это значит, будет яростный поток взяток, с одной стороны, с другой стороны, закроют торговые центры, которые прекрасно работали в обилии, а противопожарного ничего толком-то и не будет. Структура совершенно не изменится, и, в общем-то, пожары эти достаточно редкие. Хромая лошадь была 9 лет назад. Ну, а катастрофы самолета, когда пилот просто забыл проверить датчик. Но нарушил инструкцию. Но редкость это все равно это редкость. Здесь мы почти не полемизируем. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какова главная беда России, помимо общеизвестных двух? А какие две? Дураки дороги. Есть просто другая версия. Тьма. Власть тьмы, тьма власти. Вот мне кажется, что эти слова, в принципе, продолжают быть актуальными, более глубокими. Власть тьмы, то есть власть невежества, с одной стороны, а с другой стороны, тьма власти, то есть тьма тех, кто занимается разного рода функциями регулирования, ограничения, и делают они это не самым лучшим образом. А как вы считаете? Проблемы эти продолжают быть актуальными. Как вы считаете, почему вот наши ученые пишут много умных книг, предложения конкретные по подъему экономики, а их словно бы не слышат или, может быть, не хотят услышать? Естественно, те рекомендации, которые дают наши аналитики, эксперты, экономисты, я имею в виду компетентные экономисты, не слишком выгодны
власти. Это, собственно, везде так. Но везде, и все мы болеем за Россию, все везде, хотим лучше, чтобы было. Везде, везде власть не хочет делать то, что ограничивает ее полномочия. Другое дело, что в большинстве стран есть развитое гражданское общество, которое заставляет политиков, заставляет чиновников ограничивать свою власть и действовать в интересах самих граждан. А у нас власть как строится, по принципу профессионализма или личной преданности? Конечно, меритократический принцип, если и существует, то в очень-очень ограниченном объеме. Большее значение имеет, конечно же, лояльность и встраиваемость в иерархическую систему. Это, конечно, гораздо важнее для иерархических систем, чтобы человек подходил. Вот. А какие-то необычные качества, слишком развитые, возможно, они опасны для подобного рода системы. Ну, у нас много можно найти высказываний наших царей, когда они говорили о том, что надо перед начальством иметь вид придурковатый. Известные слова Спасибо. Петра. Вот мы сегодня на презентации очередной книги экономистов. Как вам кажется, почему все-таки власть не прислушивается к мнению ученых, а как поднять экономику России? Дело в том, что власть действует так, как, сказать, как она считает необходимым для удовлетворения собственных интересов, поскольку политический режим устроен таким образом, что он не зависит ни от народа, ни от экономики, а фактически ни от чего, и власть сама себя воспроизводит, то она осуществляет те действия, которые считает целесообразным, и если она посчитает целесообразным осуществлять те реформы, в том числе, которые предлагают те вот ученые, которые у нас сегодня будут обсуждать некоторые позиции по своей книге, она к ним прислушается, не посчитает необходимым, не прислушается. А как вы считаете, наша система власти, вообще пирамида, она строится по принципу профессионализма подбора чиновников или личной преданности? Ну, конечно, личной преданности, это же очевидно. А как вы считаете, какая главная беда России, помимо общеизвестных двух? Ну, тут не скажешь, как бы, собственно, в двух словах, но, в общем-то, с моей точки зрения, главная беда – это отсутствие реально работающих политических институтов власти. Вот у меня одним словом я определяю – безответственность. Ну, это вот общее слово, понимаете? Ну, это общее и конкретное. В то же время, если человек не несет ответственность за отключение пожарной сигнализации, за включение датчика, если не несет… Это по старому анекдоту про водопроводчика, который говорит, что надо менять систему. Вот это примерно из той же области, понимаете? Безответственность – это очень общее слово. А она проистекает из того, из той организации власти, которая реально существует. Друзья, я пару слов скажу о том, чем мы сегодня будем заниматься. Это не повредит, несмотря на все предисловия, которые были. А затем передам слово Андрею Павловичу. Ну, представлять особо, наверное, не надо. Я Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. И, что может быть в данном случае важно, научный руководитель Центра исследований модернизации, потому что я сторонник теории модернизации, и в ходе сегодняшнего диспута постараюсь вам показать, что это такое. Ну, справа от меня Андрей Павлович Заостровцев, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге и научный сотрудник, ведущий научный сотрудник нашего же Центра исследований модернизации. Центр у нас необычный. Такое вообще редко встречается в науке и в нашей российской тем более. Мы не пытались подбирать всех сотрудников под одну точку зрения. И в данном случае вы видите, как два профессора, я и Андрей Павлович, на протяжении 10 лет существования Центра исследований и модернизации отстаивают принципиально разные концепции развития России. Принципиально разные, абсолютно не сходящиеся друг с другом. У нас неоднократно были дискуссии на этот счет, и сейчас очередное, потому что недавно Андрей Павлович выступил с докладом у нас на семинаре Центра исследований и модернизации. Этот доклад как раз побудил меня поставить нашу дискуссию в очередной раз.
она на новый уровень выходит. О чем будет сегодня спор? По многим комментариям, которые я встречал в Фейсбуке, по предыдущим нашим дискуссиям, я понял, что мне надо сделать одно важное уточнение, чтобы сразу мы понимали, о чем идет речь. У нас нет спора с Андреем Павловичем о сути современного путинского режима. Мы сходимся в том, что при путинском режиме нормальное развитие страны невозможно, и это подтверждают все факты. Мы практически не дискутируем о конструктивности или деструктивности путинского режима. Здесь вопросов нет. Вопрос в другом. Как рассматривать долгосрочную перспективу развития России? Или точнее, эту долгосрочную перспективу в связи с длительным историческим путем России. То есть, проще говоря, вообще наша страна может когда-нибудь позитивно развиваться? Или не может? Насколько я понимаю точку зрения Андрея Павловича, хотя мне кажется, она не всегда последовательна, и может быть он как-то по-другому ее сформулирует, его точка зрения состоит в том, что страна наша безнадежна. Не буду уточнять, почему это он скажет сам. Я, как сторонник теории модернизации, это теория, которая разрабатывалась в мировой науке, в основном социологами, политологами, где-то с 50-х годов 20 века, я, как сторонник теории модернизации, считаю, что, в принципе, все страны могут модернизироваться. Но одни это делают быстрее, другие медленнее, и есть даже понятие догоняющая модернизация. Так что для России путь к развитию не закрыт. То есть, собственно говоря, спор между нами идет о том, что будет после Путина, после этого режима. Режим может рухнуть через там, 5 лет, во что я не верю, может просуществовать гораздо дольше, что мне кажется более реально. Но когда-нибудь этот режим закончится хотя бы в силу того, что люди не живут вечно. Персоналистские авторитарные режимы не существуют дольше, чем живет на свете их создатель. Вот речь о том, может ли страна развиваться в принципе в дальнейшем, после того, как этот деструктивный режим так или иначе закончится. Вот особо обращаю на это внимание, потому что все, о чем мы будем говорить, это не апология путинской системы или критика путинской системы. Сегодня о путинской системе речь не будет идти вообще. Речь идет о фундаментальных основах развития нашей страны. Вот это мое предисловие. Работать мы будем следующим образом. Сейчас я даю Андрею Павловичу 15 минут для его доклада, затем буду ровно столько же оппонировать. После чего мы пройдем еще по одному кругу по 10 минут. И дальше ваши вопросы, ваши выступления, то есть свободный разговор. Значит, где-то полтора часа примерно работаем. И, соответственно, к вам у меня будет такой вопрос. Желательно где-нибудь в конце на него ответить. Можно там, как-то хором отвечать, можно по отдельности, можно на бумажке писать или просто головой покивать. Я, в принципе, подумываю о том, чтобы такого рода дебаты сделать здесь неоднократно. Потому что по разным вопросам есть интересные расхождения во взглядах не только с Андреем Павловичем, но и с другими ведущими профессорами Европейского университета, либо крупными интеллектуалами Петербурга. Так что в голове у меня где-то еще так 3-4 таких потенциальных дискуссий есть. Если вас это заинтересует, дайте знать, тогда постараемся организовать такого рода дискуссии в дальнейшем. Ну все, я закончил, Андрей, тогда давай 15 минут. Спасибо. Ну, Дмитрий меня представил, поэтому я уже представляться не буду. Он очень хитрый товарищ и предоставил мне первым слово. Ну, те, кто следит за футболом, знают, что в стыковых матчах всегда невыгоднее первый матч проводить на своем поле,
а потом играть на поле соперника. Ну, ничего не поделаешь. Если хочешь, я подпомню тебе еще 3 минуты, там, да, последнее. Мне придется выступать первым, я уже на это морально и физически готов. Значит, вначале я разделю свое выступление на две части. Первая маленькая, 5 минут. Я за Дмитрия расскажу, что такое теория модернизации. Поскольку я, в общем-то, разделял эти точки зрения где-то до начала нулевых годов, ну и с конца, наверное, 80-х, перестройки, поэтому мне очень легко с этим спорить. Я спорю как бы с самим собой, но только лет на 18-20 назад, на машину времени, если переместиться. Значит, теория модернизации – это не глупость. Это отражение реальности, но реальности на определенном отрезке времени. Когда действительно, как правильно сказал Дмитрий, после Второй мировой войны пошло быстрое развитие в послевоенной Европе, процветание было в Соединенных Штатах, ну и в целом, в общем-то, мир развивался, экономические темпы роста были довольно высокие, мир менялся, и, как всем казалось, к лучшему. Затем произошло некоторое отклонение от теории модернизации, но это можно сказать с середины 70-х годов, но тут рухнул вскоре социализм. И вот это был пик торжества теории модернизации. Мы знаем прекрасно книгу Фукуяма «Конец истории». Ну что еще может быть на этом грешной земле, кроме конституционной или либеральной демократии и стран с более-менее свободным рынком? Ну, конечно, в рамках этой модели есть отличия. Где-то рынок более свободный, где-то менее свободный. Различаются модели демократического устройства, но в основе своей одно и то же. В основе именно одно и то же. Ядро как бы неизменно. Более того, значит, провозглашалось, что все страны рано или поздно к этому придут. Ну, может, какие-то самые там отсталые куда-то провалятся по пути, будут какие-то временные отступления, но только временные, а так вот генеральная линия, она выдерживается. Как я могу оценить эту теорию? Ну, я уже сказал, что она отражала реальность на каком-то вот отрезке развития человечества, но в чем ее была ошибка? Она стала претендовать на вот такую всеобщую, всегда верную, всегда правильную, всегда непогрешимую теорию, что вот это такое будет иметь место всегда. Значит, что мне это напоминает теорию? По содержанию она диаметрально противоположна марксизму. По методологии она воспроизводит марксизм и все подобные виды прогрессизма, так называемого. Марксизм вырос на европейской почве, тоже на почве, в общем-то, философии просвещения. Вот эта идеология линейного развития, что есть передовые страны – это которые вошли в рыночную экономику, которые демократизировались, установили принципы демократического правления, а все за ними дальше подтягиваются. Вот он, есть светлый образец будущего. И тут я сразу, как марксистский поп Растригов, вспоминаю, мы все придем к победе коммунистического труда. Мы все придем к победе либеральной демократии и рыночной экономики. Значит, моя концепция, вот 5 минут закончились. Значит, моя концепция несколько другая, я не могу сказать, что она только моя. Она даже, я тут не отец-основатель далеко. Я разделяю взгляд на мир как на две цивилизации в основе своей. Одна из них мы можем назвать условно правовая, обычно мы называем это Западом. Я не люблю эти термины, которые от географии
происходит, хотя с географией они не имеют ничего общего. А вторая модель называю силовой. То, что мы называем Востоком. Вот эти модели, они могут друг у друга заимствовать какие-то черты. Между ними такой вот глухой стены нет. Но, опять же, базовые их принципы сохраняются. Вот это ядро сохраняется, модифицируется оболочка. Вот эта модификация оболочка можно назвать модернизацией, допустим. Ну вот сегодня мы видим, что мы можем выйти в магазин и без очереди купить кучу разных товаров. Да, в отличие от ситуации лет 40 назад, когда бы мы пришли в магазин, и там бы в лучшем случае увидели обглоданные кости и какие-нибудь ужасные трехлитровые банки. Да. Сегодня мы имеем не рыночную, но маркетизированную, как я называю, экономику. Это модернизация вот этого внешнего слоя, внешней оболочки. Но ядро остается. Фактически сегодня Россия, я вот недавно публикуюсь, я вообще люблю говорить, что экономист, преподаватель высшей школы экономики, профессор, это неинтересно. А я как Ленин, я публицист. Ленин когда-то заполнял анкету в 90-е годы, публичную библиотеку. И когда-то я посещал часто, и была выставка какому-то юбилею очередному Владимира Ильича, и лежала ксерокопия его заполненного формуляра. И там нужно было о профессии. Он написал публицист. Так вот, я всегда говорю, что я как Ленин. Значит, у меня на фонтанке время от времени появляются статьи, где я больше излагаю, чем в своих научных статьях, которых, может быть, читать не очень весело, ну и эти издания, они мало известны широкой публике. Фонтанка больше известна. Ну вот, значит, я назвал современную ситуацию Московия 3.0. Что было Московия 1.0? Московия 1.0, наше государство, вот ядро, сложилось в 15-16, конце 15-го, в начале 16 веков. Ну и далее 17 век, это вот Московия 1.0. Далее был какой-то промежуточный период, ну, скажем, с конца 18 века. Мы его называем там Петербургский период, Императорский период, но он начался не сразу с Петра, несколько позже. Я считаю, когда меня иногда спрашивают, какой самый великий царь в истории России, студенты на лекциях по институциональной экономике, а я начитаю там институциональную экономическую историю, я говорю, Петр III. А почему? Он освободил дворянство. Он впервые создал вот эту, занес чуждой или нет чуждой цивилизации в Москву. Он создал такую самопринадлежность. Он сделал возможной частную собственность, ну, для очень узкого круга сословия, но тем не менее он положил начало, дальше мы знаем жалованная грамота дворянству Екатерина 1785 год. И вот с этого момента в матрицу Московии стали внедряться чуждые. Значит, пик их внедрения, естественно, была Столыпинская реформа. Но ядро оставалось в виде крестьянских общин, ядро оставалось в виде, в общем-то, взаимодействия государства и бизнеса, которое не было столь идеальным, как мы сегодня себе представляем. В общем-то, экономика была во многом огосударствленной, и в конце 19-го, начале 20-го веков это не была далеко свободная рыночная экономика. Но тем не менее, знаем, что и пошли политические реформы, и вот в Первую мировую войну Россия вошла фактически уже в такой полуконституционной монархии. И вот Московия взяла реванш. Значит, если я здесь подробно не буду об этом говорить, можете почитать прекрасного нашего философа Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма».
Он там все это описал, что это возрождение Московии, ну, уже трансформированной, конечно, Московии эпохи индустриализации. Я называю это еще иногда традиционное общество современного типа, которое взяло многие черты его традиционного общества, но приспособило их к модели индустриального развития. Причем это индустриальное развитие было нацелено на экспансию в силу вот коренных качеств этой институциональной модели. Эта институциональная модель, она воспроизводилась, она была миссионерская, она рассматривала свой социальный порядок как некий высший и рассматривала свою великую миссию нести свой социальный порядок другим народам мира. И в наиболее, так сказать, радикальной форме это как раз проявилось при социализме. Мы помним герб Советского Союза. Колосья обнимают земной шар. Всемирная республика Советов, да, Маяковского. Значит, соответственно, вот эта миссионерская функция, она связана с неким таким сакрализацией собственного социального порядка, своего политического и экономического устройства, и вот этой благороднейшей миссии нести этот порядок другим несознательным народам мира. И поэтому Россия никогда не была агрессивной. Она всегда только делала всем благо. Мы же все лучшее несем. Ребята, почему вы говорите, что мы такие плохие? Вы там литовцы, эстонцы, что вы о нас там несете? Мы вам принесли лучший мир. Да? Вот примерно представление, ментальная модель нашего человека и наших. Да? Значит, Россия на протяжении 500 лет со времен Ивана Грозного, вот что вы скажете о такой стране, она не создала частной собственности. У нас собственности нет, у нас есть держание. Или, как писал Ричард Пайпс, условная собственность. То есть в любой момент это распоряжение активами можно отнять. Я когда-то говорил, да, сейчас иногда еще говорю, что она у нас частная собственность периферийна, и как Святая Троица, квартиры, дача, машина. Вот после московской реновации я уже сомневался в первой этой ипостаси о квартирах. Так что, не говоря уже о собственности на производственные активы, коммерческие активы, это все условная собственность. Более того, человек не является, не принадлежит самому себе. Он принадлежит некому целому, это целое воплощает государство. Я вам приведу очень простой пример, но не хочу, чтобы мы скатились к современным таким актуальностям. Вот недавно произошло, что голосование. Сколько людей голосовало под принуждением? Там учителя, врачи, даже в этот раз, да, через частные фирмы давили. Голосуй, а не то уволю. Что это означает? Это означает, что человек является какой-то принадлежностью государства, что нет деления стены между профессиональными обязанностями и поведением человека вне этих обязанностей. Они как бы сливаются. Одна минутка. Да, одна минутка. Ну вот, значит, соответственно, у нас не выработалась и самопринадлежность. И обычно я что еще говорю? Вот когда Дмитрий говорит, что мы нормальная страна, я говорю, посмотрите, Дмитрий, вот есть Бразилия. Вот представьте себе, что в январе 2017 года Бразилию залил Атлантический океан. Ну, я не говорю о природных последствиях, да, а вот социальных. Ну, нет, кстати, природные последствия, почему бы не было их. А вот что бы мы... Что бы изменилось в истории 20 века? Да ничего. Ну, не было бы футбола, не было бы самбы, не было бы Жоржа Амаду, не было бы самолетов Эмбрая. Пережили бы, да, не заметили бы. А вот если бы Северный Ледовитый океан залил в январе 17 года России, то вся история 20 века была бы, наверное, принципиально иной. И вот здесь, когда мы говорим особый, не особый путь,
Вот Дмитрий тут сейчас будет меня критиковать, я могу назвать, ну ладно, пусть будет особый путь, это развитие, кстати, это гораздо более правильно, это развитие вот той правовой цивилизации, которая зародилась в Голландии, потом перекинулась на Англию, дальше там на США и так далее, как мы знаем, у нас там многие другие страны. Это действительно был вот такой особый путь. Ну, а Россия осталась одним из центров современной силовой цивилизации, которая, я считаю, состоит из трех частей. Ну, как бывший марксист, они все любят делить все на три части, да, три источника, три составных части марксизма. Сегодня это Россия, Китай, и третья часть, она не ассоциируется непосредственно с какой-то одной страной, это исламский фундаментализм. На этом я закончу, потому что у меня одна минута. Так, ну теперь мы все это будем разбивать. Начну я с совсем свежего впечатления. Мой сын, который заканчивает магистратуру, поехал на стажировку на 2 месяца в Италию. И там поселился в кампусе одного из римских университетов. Он, естественно, до этого бывал неоднократно за границей, в Италии в том числе. Более того, первая наша с ним поездка за границу в Эстонию, когда ему было всего лет 11, кажется, началась с того, что он сказал: «Ой, как здесь чисто, как красиво, как здорово, это же не Россия, вот, вот как надо жить». Первое, что он мне сказал вот в первый же вечер, когда поселился в этом кампусе на дальней окраине Рима, он сказал: «Какой ужас! Здесь такая грязь, такой хаос, в России ничего подобного я не видел. Здесь мусор, здесь не ходит нормально транспорт». Потом, где-то несколько дней назад, он попал в забастовку и вообще не смог выехать из кампуса в библиотеку, в которой он работает. Это маленькая такая зарисовка, сводящаяся к тому, что если мы относимся к современному миру как к реальности, а не как нафантазированной какой-то картине, почерпнутой из книг, если мы реально путешествуем, реально изучаем, что такое Запад, какова Италия, какова Америка, какова Англия, какова Бельгия, то мы обнаруживаем там массу вещей, которые похожи на российские реалии. Иногда хуже, иногда лучше. То есть реальный мир очень важно сравнивать с этим выдуманным миром, потому что мне все время кажется, когда я слушаю Андрея Павловича, что Андрей Павлович сравнивает Россию с фантастическим Западом. Либо Западом, которого не существует, либо каждый раз он берет удобные себе страны и удобные моменты. По собственности давайте с Англией сравним. По красоте жизни, там, можно с Германией и так далее. А Запад – это и Венгрия, и Польша, и Скандинавия, и Болгария, и масса всего такого. Теперь по сути. Давайте по пунктам. Андрей Павлович сказал, что теория модернизации была актуальна для периода после Второй мировой войны, а сейчас уже не отражает реальность. По крайней мере, после 89 года, после бархатных революций. Я, честно говоря, так и не понял, на чем основан этот вывод. Если речь идет о развитии экономики, о присоединении новых стран к рыночной экономике, то именно за последние четверть века мы увидели феноменальный прогресс Китая, связанный не с маоистской экономикой, а с самой, что ни на есть, рыночной. Да, там тоже собственность не защищена, может быть, больше, чем у нас не защищена. Но рынок работает, рынок развивается, Китай лидер по темпам роста. Как может рынок работать при незащищенной собственности? Это отдельный вопрос. Но это принципиально важный вопрос. Да, собственность может быть не защищена, а рынок работает, и мир развивается. Вот такой парадокс. От этого парадокса можно уйти дальше, куда-то в Средневековье, почитать выдающегося французского медиевиста Жака Легофа. У него есть такое ключевое положение для характеристики цивилизации средневекового Запада. Собственность на Западе
вообще очень условное понятие в то время. Нет частной собственности вот в том понимании, какое существует в сегодняшней Англии или в сегодняшней Франции. Земля кому принадлежит? Королю, который наделил этой землей герцога. Герцогу, который наделил этой землей рыцаря. Крестьянину, который на ней работает и имеет определенные права на эту землю. Его нельзя просто так вот согнать, даже когда он крепостной. Собственность – это сложнейшая система отношений. И вот из этой сложной системы отношений только к 18 веку, к 18-му, не раньше, стало по чуть-чуть выкристаллизовываться то, что мы называем частной собственностью сегодня. То есть пример с собственностью, который привел Андрей Павлович, это как раз пример того, что существует модернизация. Во всем мире не существует идеала, противостоящего России. Все постепенно вырастает. Собственность выросла, частная собственность, из того, что не было частной собственностью. Демократия выросла из авторитарных режимов, из монархических режимов. Конечно, вы мне можете сказать, и Андрей об этом часто говорит, ну так Россия, вон как долго развивается. Это может как бы и не считать модернизацией. У меня есть целая книга, многие из вас с ней знакомы, называется «Европейская модернизация» в двух томах. Там есть главы про Францию, Германию, Австрию, Венгрию и ее наследников. Вот если относиться серьезно к тому, как происходила модернизация в этих странах, от момента, когда начались первые рыночные демократические преобразования, и до момента, когда это стало некой целостностью. Надо сказать, что модернизация в любой стране занимает 150-200 лет. И во Франции, и в Германии. По той же собственности. В гитлеровской Германии была частная собственность. Чистейшая фантазия. Ничего подобного. Собственность можно было изъять у кого угодно. У евреев ее изымали целиком, вместе с уничтожением собственников. И такого же рода вещи в большей или меньшей степени могли происходить в разных странах. Где-то собственность лучше защищена, где-то хуже. Есть замечательная книга современного венгерского социолога Балинта Матьяра, ее можно у нас купить и почитать, о режиме Виктора Орбана. Этот режим в экономическом отношении Балинт называет фактически путинским режимом, но в меньшей, так сказать, в меньшей степени он может быть путинский, чем путинский. Собственность отнимается и там. Гуляшный Путин. Гуляшный Путин, совершенно верно, очень хороший термин. А у Адама Михника, знаменитого польского политика и революционера, можно сказать, я слышал замечательный термин на конференции, на которой мы с ним вместе были в декабре. Он давал интервью, говорит, у нас в Польше сейчас существует лилипутинский режим. То есть, по сути, путинский, но, конечно, не в таких масштабах. Вот. То есть, таких примеров можно приводить десятки, сотни. Мир состоит из очень сложных деталей. Нету какой-то китайской стены между Востоком и Западом. Более того, на самом деле, если мы посмотрим, как на Западе смотрели на то, где кончается Запад, где начинается Восток, то обнаружим интересные вещи. Скажем, как это определял Меттерних, фактически правитель австро-венгерской, ну, Габсбургской, скажем, точнее, империи во времена императора Франца I. Меттерних говорил, Европа кончается там, где восточное шоссе выходит из Вены. То есть все, что восточнее Вены, уже не Европа, это другой мир. И правильно, там было крепостное право. Там были многие институты совершенно другие, не такие, как Запад. А потом модернизация меняла ситуацию. Даже сегодняшняя Венгрия Виктора Орбана, конечно, намного модернизированнее, чем та Венгрия, которую знал князь Меттерних. Там произошло масса изменений, но тем не менее собственности там относительно. Политический режим и там авторитарный, хотя значительно менее авторитарный, чем в России, потому что он ограничивается нормами Евросоюза. Латинская Америка. Там с экономикой масса сложностей, но в 90-е, нулевые и последние годы в Латинской Америке произошла серьезная демократизация.
Там, собственно, практически не осталось автократических режимов, которые в Латинской Америке были, которой Латинская Америка была славна на протяжении примерно 2 столетий. Ну, с момента боливарианских революций, по крайней мере. Да, слабая, неустойчивая демократия, но это что, не модернизация? Я не очень понимаю, где Андрей Павлович видит мир, который вообще не меняется. Я уж не говорю о том, что мира, в котором существуют чистые традиционные отношения, нету даже в Африке. Какая бы была неустойчивая собственность в африканских странах, и там она уже не такая, как была 200 или 300 лет назад. Андрей Павлович сравнил теорию модернизации с марксизмом. Ну, я хорошо изучал марксизм, слава богу, я учился в Советском Союзе, проштудировал и вдоль, и поперек, и по диагонали, и как угодно. Извините, марксизм – это утопия, это теория о будущем. О том, что вот сейчас капитализм развивается так-то и так-то, причем Маркс признавал, что капитализм обеспечил большой прогресс обществу, но в силу каких-то непонятных, нафантазированных марксистами законов, которые Карл Поппер назвал историцизмом. В будущем почему-то этот капитализм должен развиться. И возникнет коммунистическое общество, которое Маркс, кстати, в общем-то и не описывал. У Маркса там может, с трудом пару абзацев можно найти, как он видит себе коммунистическое общество. Простите, теория модернизации – это те изменения, которые уже происходят. Никто не формулирует теорию модернизации на будущее. Начиная с Талкота Парсонса, американского социолога, который, наверное, первым стал описывать теорию модернизации, ученые констатировали те изменения, которые уже происходили в странах Запада, и говорили о том, что эти изменения, скорее всего, будут происходить дальше в других странах мира. Они и происходят. Теория модернизации говорит, что мир должен стать утопией, неким идеалом к 2018 году. Нет ничего подобного. Теория модернизации говорит, что каждой стране придется проходить очень долгий, тяжелый путь развития, который будет занимать столетия, может быть, 2 столетия. Да, в общем, так и происходит. Все ли страны могут пройти через модернизацию? А я не знаю. Я не знаю. Я, например, не изучаю восточную культуру. Для этого нужен особый специалист. Я не претендую на то, что люди, которые изучают теорию модернизации, способны описать весь мир в 5 минут. Я изучаю Россию и сравниваю ее с теми странами, которые уже путь модернизации прошли. Здесь есть некая специфика исторического пути. Но специфика исторического пути есть у Франции по отношению к Англии, у Испании по отношению к Португалии. Я вам могу, дайте мне 2 страны, я вам столько не расскажу. О специфике каждой страны по отношению друг к другу. Специфика есть у России. Есть факторы, которые делают путь России к модернизации более сложным, чем у любой неправославной страны, скажем так, христианских странах неправославных. Да, это выбор князя Владимира затрудняет движение вперед, но не делает его невозможным. И эти преобразования существуют и в рамках православия. Если мы смотрим на сегодняшние изменения, которые произошли вот на нашей памяти, Андрей Павлович говорит, меняется оболочка, но не меняется ядро, что-то так было сказано. Ну, многие, как и мы с Андреем Павловичем, жили в Советском Союзе. Ничего себе оболочка. Изменения огромные. То есть мне они, конечно, кажутся недостаточными. Я очень огорчен тем, что произошло при путинском режиме. Но эти изменения существуют и в экономике, где мы можем купить любой товар, правильно Андрей сказал. А этот любой товар производится в условиях рыночной экономики, хоть и при незащищенной собственности. У Андрея был замечательный афоризм, от которого он отказался, а это было самое лучшее, что он говорил за последние годы. Андрей говорил следующую вещь. Чем отличается рынок от нерынка? Если в жару, чем жарче, тем меньше пива, это не рыночная экономика. А если чем жарче, тем меньше пива, это рыночная экономика. У нас с пивом нет проблем.
несмотря на всю незащищенную собственность пивоваров. То есть надо изучать, почему экономика развивается лучше или хуже при незащищенности собственности, но изменения огромные. Столь же большие изменения, несмотря на то, что путинский режим, конечно, авторитарный, я не согласен с теорией гибридной демократии Екатерины Шульман, путинский режим авторитарный. Но тем не менее, несмотря на весь авторитаризм путинского режима, свобод намного больше, чем в советское время. Мы могли бы вести такую дискуссию в советское время? 2 минуты. Да, я помню. Мы, спасибо, что сказал, но у меня... Нет, не 2 минуты вашего времени, 2 минуты вели бы дискуссию. А, понятно. Но у меня действительно 2 минуты осталось. Вот. Значит, да. Да, совершенно верно, за нами пришли. Более того, вот я вам могу сказать, и здесь Андрей, я думаю, меня не оспорит. Вот мы оба с ним публицисты пишем в разных изданиях. Да, нас не пустят на телевидение, или точнее, даже на телевидение могут пустить. Иногда приглашали, и меня, и вот Павел Саанов говорил, что приглашали. Но что такое дискуссия на телевидении, все видели хотя бы по президентским дебатам. Это не дискуссия. Но есть примерно десяток изданий, где и я, и Андрей может написать абсолютно все, что угодно. Нет цензуры, нормально. Это работает. И это тоже элемент модернизации. То есть, конечно, Андрей может сказать, что это когда-нибудь отнимут, но вообще-то пока не отняют. Тем не менее, изменения существенные есть. Вот. И да, Андрей сказал, что Россия отличается некой миссионерской идеологией. А какая империя не отличалась миссионерской идеологией? Извините. Назовите мне такую. Сколько было империй в Европе? Я даже сейчас не лезу на Восток, который я не знаю, подчеркиваю. Но сколько было империй в Европе? Испанская империя, начиная с Колумба, не отличалась миссионерством? Там все не миссионерство. От начала до конца было построено. От экономики, где господствовала энкомьенда, система типа крепостного права, о которой сам Андрей сделал у нас замечательный доклад на семинаре, а потом почему-то перестал про это вспоминать. Начиная от энкомьенды и кончая отношением к индейцам. Знаете, там было очень хитрое отношение к индейцам у испанцев. Значит, индейца надо было превратить в христианина, то есть империя это была не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы этих несчастных, заблудших индейцев, заблудшие души привести к Христу. И нельзя было обращать этих людей в рабство, надо было их крестить, заботиться о них. За одним исключением. Если индейец принадлежал племени каннибалов, можно было обращать в рабство. И знаете, вот как только эта норма была утверждена, численность каннибалов стала резко возрастать. Индейские миссионеры все время докладывали, что им попадается каннибал за каннибалом. Вот никуда от этого не деться. Вот такое своеобразное миссионерство. Похожие вещи были у французов, у англичан, хотя, конечно, всюду с определенной спецификой. Так что я, собственно говоря, не очень понимаю, в чем возражение Андрея Павловича против теории модернизации. Мы видим, что развитие происходит. И, собственно говоря, я так и не понял, что в этом мифическом российском ядре есть такого, что заставляет нас не замечать те изменения, которые происходят, а говорит такую вот абстрактную фразу, что, ну, как бы все изменения это мелочь, это можно даже не обращать на это внимание, но есть какое-то мифическое ядро, которое заставляет нас думать, что мы безнадежная страна и ничего никогда не будет. Сейчас я, да? Да, здесь-то. Хорошо. Значит, я имею сейчас 10 минут, поэтому я буду более так быстро говорить. Значит, тут я сразу несу одно уточнение, что Дмитрий не совсем меня правильно понял, когда я якобы сказал, что вот кризис теории модернизации начался вот с 90-х годов. Наоборот, это было второе как бы рождение теории модернизации, и оно продолжалось все 90-е годы и даже немножко далее. И, собственно говоря, я говорил о Фукуяме как такой точке реперной, что ли, для этой теории. Но и после Фукуямы как бы было много последователей. Даже появился такой термин,
как транзитивное общество и транзитивная экономика. Вот есть такой у экономистов святой журнал, Journal of Economic Literature, да, куда, который включает классификацию. Вот когда мы сейчас публикуем статьи, мы должны обязательно указать JEL номер такой-то, то есть какая, к какому разделу относится наша статья. Так вот, это как священное писание, он много лет не менялся, и вот в 90-е годы появился раздел «Транзитивная экономика». Значит, считалось, что, в общем, все страны переходят к какому-то типу правового общества и рыночной экономики. Ну, конечно, в 90-е годы как бы выпали страны, то, что мы называем Средней Азией, Центральной Азией, Туркменистан, Узбекистан, ну, их рассматривали как какую-то, извините за такое почти нецензурное выражение, как какую-то задницу мира, которая, в общем, не имеет особого значения, а вот Россия, она шагает навстречу прогрессу. Да? Значит, здесь... Я бы сказал, что вот в этом плане, там, с точки зрения вот этой периодизации, я был уточнен, да, конечно, не было кризиса, там, начиная с 90-х годов, наоборот, второй как бы этап расцвета теории модернизации, собственно, я и тогда я тоже разделяю полностью. Значит, но, соответственно, Дмитрий упирал на то, что Запад разный, да, Запад разный. Но в данном случае в той или иной степени там присутствуют какие-то определяющие признаки. Вот эти признаки ядра правовой цивилизации. Да, отдельные страны, вот очень сегодня интересный процесс, это Венгрия, Польша. И я больше, чем Дмитрий, критически отношусь к Западу, как ни странно. Вот он написал книгу о постмодерне. Я бы написал гораздо более критическую книгу, я это называю неомодерном, когда Запад начинает подрывать свои собственные основы. У меня есть на Фонтанке статья, почему Кремль побеждает Запад. Потому что Запад начинает подрывать под формой вот этой политкорректности, мультикульти, как ее называют в теории, начинает подрывать свои основы. Там тоже дважды два уже не четыре. Но, когда мы говорим о России, если там на Западе дважды два семь, то у нас дважды два девятнадцать. Да? Все-таки есть разница между тем, кстати, что дважды два семь, да, и дважды два девятнадцать, все-таки мы видим, нас, да, на Западе дважды два семь, тут у нас дважды два девятнадцать, да, разница есть, да? Значит, что касается скорости. Вот с теорией модернизации авторы иногда бывают, дают такие тезисы, что Россия отстала на 50 лет. 50 лет от Запада. От какого Запада? Они сами, в общем-то, себе противоречат, говоря о том, что Запад очень разный. Ну, давайте к 38-му году Германии прибавим 50 лет. Да? С какой Германией мы сравниваем, да, вот эти 50 лет? Поэтому вот эти теории отставания, забегания, она, конечно, на мой взгляд, не очень себя доказала свою правоту. А что касается скорости? За сколько лет модернизировался Тайвань? Что в Тайване было в 1890 году, когда Россия вроде бы шла по пути модернизации, тогда даже действительно так было. Там даже намеков никаких не было. Была самая отсталая, одна из самых отсталых областей Китая. За сколько лет модернизировался Тайвань? В 49 году туда высаживается разбитая армия Чан Кайши и те, кто бегут от коммунистического режима. А Россия какой была в 1913 году? Вот сравните, Тайвань 1913 года, Россия 1913. Казалось, что вот
Действительно, как писал Столыпин, нам надо 20 лет мира, и, в общем-то, вы не узнаете Россию в таком хорошем смысле. Прошло 20 лет, мы, конечно, не узнали Россию, но уже в таком плохом смысле. Поэтому Россия, естественно, застряла в своей модели, как я называю, московитской. Иногда говорят московитская матрица, вот шведский экономист Хедлунд использует такие выражения. Ну и действительно интересные процессы в маркетизированных экономиках, где нет защищенных, гарантированных прав собственности, но рыночные процессы протекают и цены относительно свободны. Я это называю административно управляемыми рынками. Это Китай, Россия. Ну, в Китае более эффективна система административно управляемого рынка, очевидно, чем в России современной. В России она более такая клептократическая, хищническая, но тем не менее. Так что действительно есть интересные процессы. Но, естественно, поскольку у меня сейчас время совсем мало остается, да, об Испании. Всегда меня Дмитрий бьет этой Испании. В Испании что произошло? В Испании не было вот этого советской модели социализма. А переворот Франко – это победивший Корнилов по существу. Вот если бы Корнилов победил в России, то, возможно, вот тогда была точка бифуркации. Возможно, я не говорю, хотя это маловероятно. Вот, в тот уже в 17-м году это было уже маловероятно. Но, тем не менее, в Испании очень похоже, вот, Франко, это Корнилов, который победил. Значит, ну и давайте последнее, вот Дмитрий начал с примера, я тоже скажу о примере. Показывает, ну, модель, такую неспособность нашего общества к самоуправлению, ну, масса, конечно, своих, когда она делегирует все права наверх. Я живу в доме, где довольно неформальный ТСЖ, и нужен ремонт фасада. Дом строился в тот период, где-то 98-99 год, там он простаивал, попал в кризис, фасады надо ремонтировать. Наш председательница, точнее, пытается собрать собрание. Казалось бы, не каким-то там вопросом о выборах президента или черт знает кого, кто там будет премьером, Кудрин или Медведев, или какой-нибудь Вася Пупкин. А вот ваши фасады, они там через несколько лет начнут протекать. Ну, для по уставу нужно более 50% от числа зарегистрированных собственников. Второй год кворум собрания, которое проходит в 300 метрах нашего здания, не может собраться. Люди абсолютно не способны к самоуправлению, даже это когда касается их прямых материальных интересов. А пусть за нас там правление решает. Вот эта модель, она транслируется на все общество. И самое последнее. Вот недавно было голосование, не было выборов. Но вот представьте себе, что у нас свободные выборы. Зарегистрировался Навальный, зарегистрировался, там, не знаю, Борис Вишневский, мой знакомый, еще кто-нибудь, там, Пивоваров, кто-нибудь из московских демократов, еще каких-нибудь дальневосточных. Ну и зарегистрировался еще один кандидат. Зовут его Иосиф Виссарионович Джугашвили. Кто бы выиграл на свободных выборах? О, спасибо! Мне кажется, что Андрей Павлович сейчас во втором выступлении полностью перешел на позиции теории, догоняющей модернизации. Я вот сейчас не слышал ни одного тезиса из его первого 15-минутного выступления.
Значит, смотрите, что Андрей Павлович сказал. Ну вот, последнее. Начну с конца, чтобы проще было. На выборах сегодня победил бы Сталин. А в какой западной стране не побеждал в свое время на выборах автократ? Если мы смотрим не на идеализированный Запад, а на реальный, то автократическое прошлое – это история любой крупной европейской страны имперского типа. Может быть, несколько лучше обстояло дело в скандинавских странах – Дании, Швеции, Норвегии. Да и то это особый большой разговор. В Германии побеждали автократы. В Англии побеждали автократы, Кромвель был автократом. А что такое свободные выборы? Значит, в Англии, вообще на Западе свободные выборы – это только явление конца 19-20 веков. И, соответственно, в тех западных странах, которые к эпохе свободных выборов подошли, в состоянии уже модернизированного, когда они модернизировались 50 или 100 лет, там не побеждали автократы. А в тех странах, которые подошли в неготовом состоянии, всюду были автократические режимы. Между Первой и Второй мировыми войнами мы можем по пальцам пересчитать европейские страны, в которых не было авторитарных режимов. Крайне мало. Да и то в некоторых странах Бог пронес. Скажем, во Франции это тоже могло произойти. А так, да, люди выбирали автократов. Где-то более энергично, где-то в силу определенной случайности, там Гитлер мог победить, мог не победить. Но тенденция к автократизму, бесспорно, была всюду. Так что пример о том, что в какой-то момент в стране побеждает на выборах автократ, это чистый пример из области догоняющей модернизации. Да. Пока мы отстаем от западных стран бесспорно. Мы находимся в состоянии, когда по определенным параметрам продвижение вперед бесспорно уже есть. В плане автократического режима, да, у нас режим автократический. И не потому, что Путин его навязал, потому что народ этого хочет. Хотя у нас могло бы возникнуть и такого режима. Вот в этой книге, которую некоторые из вас купили, я подробнейшим образом расписываю логику возникновения путинского режима. Почему, собственно, он возник из вполне рациональных оснований. Это не было предопределено какой-то российской матрицей, о которой говорит Андрей. Дальше. Андрей сказал в качестве полемики со мной, что Тайвань развивается быстрее России. Да, конечно. Десятки стран развиваются быстрее России. Так об этом и ведет речь теория догоняющей модернизации. Я что, рассказываю, что Россия мировой лидер? Мы очень сильно отстаем. И сегодня, благодаря путинскому режиму, отстаем еще больше. Но это не то, что Тайвань развивается быстрее России, или то, что в Испании победил корниловский режим, в России большевистский. Это что, доказательство того, что у нас существует Московия 3.0? Это доказательство того, что в определенный этап, на определенном этапе исторического пути, в некоторых западных странах были приняты более рациональные решения, они стали от нас уходить вперед. В некоторых странах были решения не лучшие, и они не уходили от нас. То есть это чисто теория догоняющей модернизации. Более того, с Тайванем. Знаете, самый интересный вопрос модернизации состоит в следующем. Вот об этом написана замечательная книга американского социолога, историка Кеннета Померанца «Великое расхождение» называется. Он специалист по Китаю. И вот он в этой книге подробно доказал, что до начала 18 века Китай вообще не отставал от Запада. Там была рыночная экономика, и там рыночная экономика. Там с ограничителями собственности, и там с ограничителями собственности. Что из этого следует? И вот это главный вопрос. Если мы поймем главный вопрос, мы дальше поймем, что будет с Россией. Главный вопрос состоит в том, что в силу каких-то причин Запад с 18 века резко рванул вперед. Запад не был тем идеалом, который некоторые мои оппоненты пытаются представить чуть ли не со времен Великой Хартии Вольностей. Вот Запад резко рванул вперед. Институциональная теория предлагает такое объяснение.
Вот в этот момент, где-то в 18 веке, сначала в Англии, ну сначала в Голландии, потом в Англии, потом в других странах, стала по-настоящему защищаться собственность. И вот с этого момента начала работать экономика. Вот если мы понимаем эту вещь, то дальше мы понимаем, почему начинается модернизация, почему некоторые страны отстают и вынуждены потом догонять. Нету никаких двух миров. Андрей сказал, что на Западе 2×2=7, у нас 2×2=19. На Западе 1000 лет назад было 2×2=19, 900 лет назад 2×2=18, потом 2×2=17 и так далее, это 2×2=7. Вот в этом суть теории модернизации. Изменения возможны всюду. Ну и последнее. Андрей критикует теорию модернизации за то, что мы, мол, все говорим, что Россия отстала на 50 лет. Я поясню, откуда этот тезис. Значит, в теории модернизации такого положения нет вообще. Егор Гайдар в книге «Долгое время», очень хорошей и интересной книге, провел сравнение России с некоторыми западными странами по одному параметру. Он сказал, что по воловому продукту на душу населения, если посмотреть за длительное время, ну, сколько статистика существует с 19 века, не со времен Ивана Грозного. Вот, если посмотреть за то время, как можно сравнить, то Россия от там, 2-3 ведущих западных стран отстает примерно на 40-60 лет. Вот так было в 19 веке, так было примерно при Сталине, при всех ужасах сталинизма. Примерно так осталось к моменту, когда Гайдар писал эту книгу. Вот только об этом говорит Гайдар. Более того, Гайдар оговаривает в этой книге, что это не какой-то фатальный закон. Если мы в России проводим хорошую экономическую политику, мы начинаем сокращать отставание, там, грубо говоря, до 30 лет, но это не значит, что мы завтра догоним. Если мы проводим плохую политику, отставание усилится до 70. Но это не значит, что потом нельзя снова будет проводить нормальную политику и начать догонять. То есть, в общем, все, что говорил Андрей, чистейшая теория догоняющей модернизации. И я так и не увидел вот того мифического ядра, которое всегда существовало на Западе и не существует в России. Если хочешь, можешь минуты 3 возразить, а потом перейдем к вопросам. Давайте, я не буду злоупотреблять регламентом. Пусть у нас тут будет кусочек правовой цивилизации. Вот как договорились, да, не будем задним числом менять правила, да, в соответствии с традицией, ядром нашей цивилизации, проведем модернизацию радикальную. Поэтому, пожалуйста, вопросы. Да, Андрей, пожалуйста. Меня, прошу прощения, я несколько вопросов задам. И даже потом попрошу минуты 3 все-таки выступить. У меня первый вопрос к Андрею. Чем теория модернизации, которая возникла вроде бы в середине там, 20 века, отличается там, от того же Гершенкрона, Вебера? Я просто как человек, который редактировал перевод Гершенкрона и подтолкнул вот этот томик гершенкроновский, как-то с интересом слушал вот все, что говорится. Это вопрос к Андрею и вопрос к обоим выступающим, наверное. Ну, Андрей очень правильно и грамотно сказал, что силовое, правовое не тождественно Востоку и Западу, но два пишем три в уме, все равно being understood, что все-таки где-то вот оно как-то тяготеет. Только мы, так сказать, из некой политкорректности пытаемся эту вот границу чуть провести. Так вот все-таки, есть ли какие-то, ну что называется, ну идеальные, не идеальные, но... подходящие примеры для обозначения правовой системы-западной системы и, соответственно, модернизационные, ну и, в свою очередь, восточные силовые, и, соответственно, модернизационные идеальные или неидеальные системы. Вот, наверное, такие пока вопросы. Да. Ну, о Вебере Дмитрий расскажет, это у него один из любимых авторов. Я тоже бы мог рассказать, но я сэкономлю время, приведу Гершенкрону. Я знаю ваш вклад в перевод Гершенкрона, в издание.
значит, благодаря вам русская публика может читать на родном языке, вернее, да, на родном языке, фактически же он публиковался на Западе, на английском. Значит, Гершенкрона «Теория преимущества отсталости», тогда она была, это, собственно, по времени-то не отличается принципиально от появления теории модернизации. Значит, суть ее была в том, что в ходе становящейся на путь строительства рыночной, так скажем, экономики, создания рыночных основ рыночной экономики страны, ну и, может быть, демократии, они могут учесть опыт, да, стран, которые уже вот проделали этот трудный путь, и перешагнуть какие-то ступени. Мне немножко, может быть, Андрей Акатович обидится, но мне это немножко теория Гершенкрона напоминает, как старому этому попу марксистского прихода, теорию перехода к социализму, минуя капитализм. Да? Мы как бы вот с хрущевских времен выдвинули эту теорию, она реально прикрывала как бы нашу экспансию стран третьего мира, Африки, Ближнего Востока и так далее. Ну и провозглашали некоторые такие пути социалистической ориентации. На самом деле, да, какие-то элементы этой теории, они вообще могут быть реальными, действительно, потому что некоторые накопившиеся институты, они тормозят развитие. Я считаю, что теорию Гершенкрона удачно дальше развил, гораздо более удачно, чем сам Гершенкрон, американский экономист Мансу Робсон, его работы опубликованы у нас, он показал, почему Германия после Второй мировой войны, уже к началу 60-х годов, опередила Англию, страна проигравшая, опередила страну-победительницу. Потому что в Англии накопились институты, которые тормозили развитие. Кстати, это были такие, я бы сказал, полусоциалистические институты. Вот эта роль профсоюзов, роль традиционных групп интересов. После Второй мировой войны Англия занималась то национализацией, то приватизацией, потом снова национализацией. И Маргарет Тэтчер, вот Павел Усанов делал прекрасный доклад, пришла, ну не сказать на руины экономики, но достаточно разрушенную экономику. Работали вот эти силы, я бы сказал, популистские профсоюзы, которые паразитировали очень активно на экономике. Ну и, в общем-то, какие-то старые элиты бюрократические, которые тоже выигрывали от национализации, ну, потому что становились чем-то типа советских министров. У них тоже было министерство транспорта, министерство, там, занимавшееся отраслевые министерства, типа, появляться стали, что-то похожее в Великобритании в 60-е годы. Значит, Германия, там институты старые были сметены после, да, Второй мировой войны. И вот на чистом поле, когда не было сопротивления групп интересов, Эрхард мог экспериментировать и как бы создавать вот эти институты на более чистом поле. И, естественно, несмотря на всю такую тенденцию к социальной ориентации, на первых порах эта экономика была очень эффективной, где-то в 50-х, конце, со второй половины 50-х и, наверное, до конца, ну, до середины, может быть, 70-х годов, вот этот рывок Германии, да, это вот можно сказать как раз развитие теории Гершенкрона вот здесь, только в институциональном плане, теория преимущества отсталости. Иногда это преимущество трактуется в таком техническом виде, что вот страны, которые накопили старый капитал, все, заканчивая им, трудно избавиться, да, вот от старых как бы накопленного капитала, а страны, которые вступают на путь развития, они сразу приобретают новейшую там технику, технологии, оборудование, и тоже вот тут в таком
организационно-технологическом плане может проявляться преимущество отсталости. Но в целом я бы эту теорию не сказал, что она универсальна, так же, как теория модернизации, которая, в общем-то, отражала поток явлений на определенном отрезке историческом, но как бы не стала, на мой взгляд, универсальной. Ну, по поводу идеала модернизации я бы сказал так, что я не считаю, что здесь надо выделять какой-то идеал. Мы видим успешные западные страны, которые добились серьезных результатов в развитии экономики и в создании общества, которое приятно для жизни. И то, что такое общество удобно и приятно для жизни, в основном не отрицают даже российские консерваторы, которые просто иногда как-то говорят, что либо это в принципе не для нас, но, в общем, там как-то жить удобно. Поэтому, если мы можем вводить такие институты, чтобы приближаться к этому состоянию, то и очень хорошо. Но это состояние далеко не идеально. Масса есть проблем, и вот об этом я писал в книге «Крутые горки 21 века», которую Андрей сказал, написал бы более жестко в отношении Запада. Я там писал, что у Запада сегодня существует масса проблем, и ни в коем случае не надо считать, что Запад, что модернизаторы считают, что Запад — это какое-то идеальное общество, где наступает рай на земле. Вот это принципиально неверно. Такого общества не существует. Мы движемся, мы хотим двигаться в том направлении, где существует общество более удобное, приспособленное для жизни. Вполне возможно, что это общество в какой-то момент покажет еще больше своих проблем. Тогда будем думать, что делать дальше. Пожалуйста, да, Павел. Спасибо большое за интересную дискуссию. Я вот в своей книге «Наука о богатстве» присоединяюсь к Дмитрию Травину в смысле оптимизма того, что модернизация возможна. Но, честно говоря, чем больше я знакомлюсь с тем, что происходит в мире и в России, тем больше я нахожу оснований для некого усиления пессимизма. Я вовсе не согласен с теми вещами Андрея Заостровцева, которые звучат как некая матрица или культура, но, тем не менее, как бы пессимизм хорошо вписывается в картину мира Андрея Павловича. Пессимизм тяжело вписать в теорию модернизации, которая объективно должна быть, видимо, оптимистичной, говорить о том, что нечто неизбежно. Поэтому, если бы я был судьей на сегодняшнем батле, я бы сказал, что я вообще душой и телом или мыслями я с Дмитрием Травиным, но в сегодняшнем батле победил Андрей Заостровцев. Голосуй сердце. Да, извиняюсь. Но почему? Почему? Потому что, вот мне кажется, очень интересная была аналогия и у Андрея, и у Дмитрия по поводу цифр. Говорят, что это Владимир Ильич первоначально так стал рассуждать, что дважды два. Нет, у нас дважды два пять, а у них дважды два к черту кочерга или что-то такое было. Вот, Андрей Павлович, взгляд, он его уточнил, что дважды два на Западе, условно говоря, 7, а в России дважды два 19. Вот, и примерно такое соотношение существует. И Дмитрий, в общем, с этим согласился, добавив эту хорошую аналогию тем, что у нас будет ближе к реальности. А не кажется ли вам возможным такой взгляд, что на Западе со временем становится дважды два, 7, 8, 9, и что, собственно, за последние десятилетия мы видим деградацию тех институтов свободного рынка, частной собственности и даже демократии, которые сделали Запад богатыми. И, собственно, на Западе много аналитиков, которые видят деградацию вот этих институтов и движение в сторону разложения. Есть множество примеров, связанных и с нарушением прав собственности, и с выборами, и с протекционизмом, который сейчас господствует на Западе. Это первый момент. И второй момент, если мы говорим о том, что для Запада возможна динамика дважды два, 7, 8, 9, то для России, кажется, тоже динамика такая, дважды два, 19, 20, 21, 22 и так далее. То есть, иначе говоря, адекватность теряется и в развитом мире, и в развивающемся мире. И в этом смысле, насколько мы должны быть убеждены в том, что этот процесс будет останавливаться, разворачиваться в правильном направлении? Потому что, мне кажется, несколько лет назад Дмитрий Травин сделал замечательный доклад, по-моему, это был в Леонтьевском центре, на Леонтьевских чтениях, о том, что возможен нулевой экономический рост, который наступит. Иначе говоря, экономический рост современный – это явление временное, и есть некоторые предпосылки для того, чтобы экономический рост
вообще остановилась, если я правильно сейчас передаю одну из ключевых мыслей того доклада. То есть, в принципе, рассматривается гипотеза о том, что и для Запада вполне возможно модернизация – это прошлое, станет прошлым. И в этом смысле не возникли те ситуации, что нам придется присутствовать на похоронах теории модернизации. Спасибо. Павел Усанов поставил хороший вопрос, но ты сейчас мне предложил заняться историцизмом, а я сегодня говорил, что я этим заниматься не буду. Вот смотри, я поставил такую задачу. Теория модернизации – это о прошлом, о том, развивается ли мир, и применительно к нашей стране, можем ли мы также развиваться вслед за более успешными странами, можем ли мы их догнать или хотя бы двигаться за ними, сохраняя определенное отставание. Я даже не говорил, что мы станем богатыми, как Англия или как Соединенные Штаты. Говорил, что просто мы движемся. Павел Усанов сейчас поставил совершенно другой вопрос. Что будет дальше с Западным миром? Я не знаю. И как учил великий Поппер, я не собираюсь заниматься историцизмом, предсказывать будущее, потому что это в принципе невозможно. Но я согласен с тобой, что у Запада бесспорно есть проблемы. Запад развивается не так, как развивался дальше. О некоторых проблемах из тех, которые я вижу на Западе, я написал как раз вот в этой книжке «Крутые горки 21 века». К сожалению, вот я смотрю, что издательство сегодня ее не принесло, но она... А, уже нету, да? Забрали. Ну ладно, да. Ну ладно, в общем, да. В принципе, вот в этой книжке я кое-что об этом сказал, что считал возможным по тем аспектам, по которым у меня есть какие-то представления. Но я не исключаю того, что Запад в какой-то момент может перестать развиваться, может действительно там будет нулевой рост. Может быть, вообще западное общество поставит по другому вопросу. Вот то, что нам с Павлом нравится и с Андреем, здесь мы едины, что должен быть рост. Должно быть материальное благосостояние увеличиваться. Может быть, западное общество поставит вопрос вообще по-другому. Они скажут, нам не нужен рост, мы собираемся прогрессировать совершенно другом направлении, в каком-то духовном. Не знаю, как. Вот именно эти вещи предсказывать невозможно, но, в принципе, мы можем как-нибудь с Павлом провести в этом зале дискуссию примерно на эту тему и обсудить более подробно. Андрей, будешь говорить? Ну, немножко. Значит, выступление Павла мне напомнило одно изречение, он практически его модифицировал, но произнес, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Да? Значит, соответственно, к вопросу о Западе, вот я еще раз сошлюсь на свою статью, почему Кремль побеждает Запад. Не потому что Кремль так уж стал умен, хитер, обрел какие-то сверхкачества. Кремль очень эффективно сегодня использует болевые точки вот этой правовой цивилизации, которая, можно сказать, находится или вступает хотя бы отчасти в кризисное состояние, отрицая свои собственные основы. И в этом плане мне понравилась, так сказать, сходу высказанная концепция Павла Усанова, что Запад догоняет Россию, но по пути к силовой цивилизации, то есть не как в теории модернизации, что все бегут за лидерами правовой цивилизации и меньше становится силовых начал, да, и, в общем-то, может быть, переходят, да, на другую систему, а наоборот, гонка как бы в обратном направлении, и что-то в этой теории есть, но я скажу только о Западе. Значит, что происходит на Западе? А лучше всего на конкретных примерах. Ну, мы много слышали про политкорректность, я, в общем-то, не противник в принципе некоторых аспектов. Наоборот. Но всякая тенденция превращается, радикализируясь в свою противоположность,
И уже мы видим, что не существует равенства перед законом, существуют привилегированные меньшинства, которые имеют больше прав, чем другие. И Запад нарушает два основных своих принципа. Первый принцип, что нет коллективных прав, есть только индивидуальные. Возник культ коллективных прав, прав меньшинств. Меньшинство – это почему-то женщины, да? Отсюда вот этот радикальный феминизм. Но это ладно, еще бы, может быть, пережил. Меньшинство – это, ну, я не беру гендерные вопросы, еще, может быть, бы пережили. Но меньшинство – это еще и вот те представители силовой цивилизации, которые наводнили Европу. И они, заметьте, не растворяются, никакого плавильного котла нет. И у них оказывается гораздо больше, ну, больше прав, так я мягко скажу, чем у тех представителей тех этничностей, которые создавали Европу и европейскую цивилизацию. А чтобы, да, это значит первое, что права меньшинств становятся культовым, а не права человека, чьи человеческие права, права индивида, вот, на самопринадлежность, как либертарианцы говорят. И второе, права собственности нарушаются. Все больше и больше. Возьмите банковскую систему. Она просто стала полицейской, приложением к полицейской на Западе. Попробуйте открыть счет в Финляндии. Вот проделайте такой эксперимент, и вы убедитесь, что, в общем-то, это полицейская система. Но, а что, теперь вообще, о правах... Вообще никто счет в Финляндии открыть не может? Нет, ну, Финн еще Финн, может, Финн, да, да, да. Я расскажу, я могу свой опыт рассказать про Литву, как я там имею проблемы. Андрюша, не надо отмывать деньги, не Да, конечно, я прихожу, говорю, вот Равнугин мне тут дал, знаете, вот только что с виолончели высыпал, да. Значит, я зря не принес анкету, которую надо заполнять на 4 страницах. Я, кстати, об этом тоже на Фонтанке написал. Там нужно написать, что не финансируешь террористические организации. Ну, в общем, такие анекдотические там анкета и так далее. Но, значит, о меньшинствах. Вот тоже кейс. Не очень долго. Да, не очень долго. Значит, ежегодно вот Центр модернизации, во всяком случае, Гельман, я и еще некоторые участвуем в октябре в конференциях в Хельсинском университете. Там есть центр, который изучает Россию, Александр Институт, проводит такие большие конференции. Значит, в этом году было столетие Финляндии, значит, ну и я решил посетить вот этот национальный музей, который рядом с Эдисконт. Накануне у нас был такой прием, в мэрии мы фотографировали заместителя мэра, значит, выступали хор, мы тоже их, ну я-то не фотографировал, но там их тоже все фотографировали, довольно близкого расстояния. Значит, на следующий день я пришел в этот музей национальной Финляндии, и там кассирша не то что в хиджабе, а в бурке, и с цветом кожи, напоминающей шоколад. Я не расист, но меня это немножко удивило, потому что все-таки не люди этой этничности создавали Финляндию. Вот если бы создали музей истории Эфиопии или там африканского рога, то пожалуйста, да, там. Значит, ну а меня, я не про никаких, я метров с пяти ее сфотографировал. Это был такой скандал, она вскочила. На хорошем английском, явно выросла в Финляндии, значит, вызвал, delete фотографию, я говорю, что it's my private property, I'm in a free country.
она, я вызываю охрану, пришел охранник такого же цвета, и тоже, ну, вежливо, но стал меня просить, чтобы я стер эту фотографию. Значит, ну, я тут немножко рассердился, говорю, я ухожу из вашего музея, ну, и охранник со мной так бово идет и просит стереть. Уже когда мы на выходе были, я ему сказал на английском, я думал, что это музей с упором так, finish history, вы видели бы его лицо. Он понял, что я имел в виду. Я думал, что это был музей финской истории. Значит, мэра можно фотографировать. Участниц хора можно там чуть ли не с 2 метров фотографировать. А вот с 5 метров пришел, как всякий русский человек не читает законов. Пришел. В интернете нашел, в университете, в читальном зале. Сразу набираю закон о фотографиях. В Финляндии самое либеральное законодательство. В общественных местах практически без ограничений, включая даже приемные покои больниц. Вот там бы моя этика не позволила мне фотографировать. Ну вот, вы видите, это, этот музей, мы все, наверное, многие знают, он рядом с парламентом, буквально вот 300 метров до парламента. И вот в парламенте, рядом с парламентом, свои, так сказать, нормы диктуют совершенно люди другой культуры, другого, как бы сказать, культурно-антропологического кода, как называл Андрей Пилипенко, культуролог. И где тут равенство перед законом? И где здесь правовое общество? Вот, пожалуйста, вам. Знаете, говорят иногда, что при таких, значит, наших внутренних делах нам никакое НАТО не страшно, мы сами себя уничтожим. Вот Андрей Павлович уничтожил свою теорию в последнем выступлении, полностью показав, какие ужасы творятся на этом замечательном Западе, который якобы модернизировался, а мы вот отстаем. Так, ну, сейчас попробуем тогда побыстрее. Так, ну, Григорий Львович, давайте вы. Извините, ради бога, просто я сейчас буду спокойно. Да. Огромное спасибо. Так, допустим, задавайте один вопрос, и тут как одному из вас. Огромное спасибо за этот интеллектуальный разврат и такое пиршество ума. Замечательно. У меня к вам обоим по вопросу. Я с вами обоими согласен, как в том анекдоте про евреев. Ты прав, а жена говорит, а как же так бывает, и ты жена права. Я к тому, что вы оба абсолютно правы, но у меня к Дмитрию вопрос. Почему вот некоторые модернизирующиеся страны срываются с модернизации, происходит срыв. Они опять пытаются чего-то модернизировать, и опять срыв. Я могу называть страны, могу не называть, я думаю, что очевидно, понятно. Да? Почему? Вы уходите от историцизма, и ради бога, но у меня такое впечатление, что вы оба ищете какие-то такие общеисторические какие-то тренды и закономерности. У меня к вам вопрос. Почему некоторые срываются? А к Андрею вопрос. Почему некоторые страны, находящиеся по самые брови в матрице, некоторые, да, уж дальше некуда матричнее, модернизируются? Почему? Значит, то, что страны срываются с модернизацией, это совершенно нормально. Я, собственно, вообще не знаю ни одной страны в мире, которая не срывалась. Это заложено в саму идею модернизации. Когда-то давно, примерно лет 100 назад, существовала такая теория вестернизации. То есть, что из Востока можно сделать Запад, просто вот взять институты, посадить к нам, и все будет хорошо. Вот одно из достижений теории модернизации состоит в том, что она отвергла теорию вестернизации. Но, вот здесь мы с Андреем долго друг друга не понимали, сейчас, кажется, все-таки поняли. Но отторжение не в том смысле, что можно развиваться не по западному пути, все равно сейчас, ну, лучшие институты в западных странах – это факт. А суть в следующем, что нельзя просто взять институты, пересадить на другую почву, и они там будут также развиваться. Существует
зависимость от своей истории, от исторической пути, от исторического пути. Поэтому развитие любой страны всегда, начиная с Голландии и с Англии, шло следующим образом. Стараемся внедрить более прогрессивные институты. Часть общества их отторгает, оно не готово при них жить. Возникает конфликт. Некоторые из этих институтов приживаются, некоторые отвергаются. Происходит смена поколений. Новые поколения лучше адаптируются к институтам. Происходит следующая реформа. И вот так вот модернизация состоит из ряда последовательных реформ, идущих от поколения к поколению, и новые поколения лучше адаптируются к этим институтам. Аргентина так и не вылезла. Об Аргентине особый вопрос. Не буду сейчас тратить время на Аргентину, потому что это уже вне рамок, так сказать, вашего вопроса. Андрей, давай только. Ага. Под знойным небом Аргентины. Значит, почему страны, которые как бы по уши были вот в этой силовой цивилизации, они вылезли? Значит, давайте посмотрим. Да. И, друзья, кто уходит, не забывайте, что можно купить книжку в том углу. Не уходите, не купите. Обязательно купить книжку. Значит, посмотрим, какие условия. Вот выхождение из этой, ну скажем, институциональной, я больше люблю ядра говорить, чем матрица. Матрица – это термин, который тоже используется. Вот, но первое, проигранная капитальная война альтернативной цивилизации. Япония, значит. Индия отдельно, давайте, пока. Значит, да, вот пока вот вы имели в виду, вот, конечно, вот Юго-Восток, да, Юго-Восточную Азию. Значит, Япония вышла благодаря двум качествам. Я об этом вот говорил как-то тут на прошлой лекции, но еще повторю. Значит, первое, значит, проигранная тотально война альтернативной цивилизации. Второе, немножко о культуре. У японцев, вот вообще в Юго-Восточной Азии, Корее, Китае, там Вьетнам, то, что называла экономист Дипа Клау, культура стыда. У них нет совести, грубо говоря. У них нет понятия греха. Вот стыдно не выполнить приказ начальства. Путь самурая. Не выполнил, провалился, неважно. Какой причине, харакири. Но, если начальник приказал, нужно делать. Так вот, второй момент, когда капитуляцию объявил император, бог земной, да, вот, то он фактически сказал, что вот теперь начальник генерал МакАртур, глава вот этого оккупационного корпуса, который занимался и реформами Японии, его слушайтесь. Генерал МакАртур попросил американских правоведов написать конституцию, написали конституцию. Япония худо-бедно, с какими-то отклонениями, но по этой конституции живет. Поэтому вот в этих странах Юго-Восточной Азии их можно повернуть в ту и другую сторону. А в Северной Корее, да, которая, в общем-то, была под влиянием сталинского СССР, фактически управлением скрытым, и Китая коммунистического той эпохи, построили такой социализм, что как бы сталинский социализм, как бы то мы знаем, отдыхает даже по сравнению. То есть вот некоторые такие особенности вот этого культурного ядра, на мой взгляд, плюс вот этот экзогенный, как говорят экономисты, внешний шок от тотального поражения, вот он. А победивший Вьетнам? А победивший Вьетнам, он идет китайским путем, вот этот административно управляемый рынок, плюс жесткая диктатура, это он остался в той матрице. Вот тут мы уже говорили, что надо исследовать, почему административно управляемый рынок, он иногда приносит очень такие положительные результаты, особенно ну, на первых, по крайней мере, порах. Впереди у Китая, возможно, многие пишут, гораздо более острые проблемы. Уже они прошли вот этот период первый, который приносит
успехи на основе там, дешевой рабочей силы, импорта капитала, понадобится вот как то, что мы называем структурной перестройкой экономики, а позволит ли это сделать доминирующие институты, очень большие вопросы. Хорошо, я видел еще два вопроса. Точно было. Виктор Иванович, у вас. Ну, дайте, Виктор Иванович. Но только сейчас по одному вопросу. У меня короткий вопрос, и скорее к вам, Дмитрий, скорее не к вам. Значит, и правильно я понимаю, я все-таки дилетант, а вы ученые. Значит, суть такая. Суть вопроса вот в чем. Догоняющая модернизация. Вот в моем понимании, это требуется сочетание либерализма, линейной модернизации, как бы я как технарь, и вот такой, значит, туда-сюда, когда сочетается авторитаризм и либерализм, вот, по очереди. Вот, вот так я понимаю, или, не, или ошибаюсь? Угу. Спасибо. Значит, не совсем так. Я не сказал бы, что надо авторитаризм и надо либерализм. Реальная модернизация начиналась практически во всех странах в условиях монархических или авторитарных режимов. Потом авторитарные режимы показали себя неспособными решить какие-то следующие вопросы. Ну, на самом деле, понятно даже какие, мы видим по сегодняшней России. Можно создать рыночную экономику при авторитарном режиме, но невозможно без демократизации справиться с ворами, которые контролируют эту рыночную экономику и ориентированы на рентоориентированное поведение. Вот без демократии эта проблема практически нигде не решается. Вот. Должен ли потом быть откат к авторитарному режиму? Я совершенно не уверен. Но в историческом плане такие случаи были, действительно были примеры, когда страна, как Германия, вроде построила демократию, Веймарская республика, но потом откат в авторитаризм. Нужен был гитлеровский режим Германии? Явно не нужен. Но можно ли сказать, что гитлеровский режим был аномалией? Думаю, вероятность ухода в такого рода авторитаризм, пусть без нацизма, пусть без антисемитизма, была достаточно вероятна. Германии по ряду причин трудно было выдержать демократию в Веймарской республике. Сейчас не буду говорить, почему. Так что вот такое движение туда-сюда, да, это реальность. Но лучше обходиться без него, лучше все-таки двигаться более прямым путем. А нужна ли сейчас абсолютная власть Китая вот для модернизации? В смысле, авторитарный режим? Нет, я думаю, что и Китаю лучше было бы демократизироваться, но, по-моему, для Китая это совсем не актуальный вопрос. Вот, вот вообще, там даже близко к этому пока не подходит. То есть там возможна модернизация при... Ну, пока мы видим, что экономика там развивается быстро, может быть, медленнее, чем на цифрах они показывают, но бесспорно развитие есть и потенциал определенный есть. Так, пожалуйста. Малый предприниматель, муниципальный депутат. Скажите, пожалуйста, вопрос вам, Владимир Иванович. Как вы оцениваете роль в модернизации и развитии экономики страны, местного самоуправления и малого и среднего бизнеса? И как их, может быть, интенсифицировать, если эта роль слаба? Знаете, я даже вставать не буду. Роль бесспорно важная, но это совершенно особый вопрос. Но вот не для сегодняшней дискуссии. Здесь, я думаю, мы все сойдемся в том, что при путинском режиме желательно было бы это развивать. Ну, это о другом. Так, у кого вопросы к Заостровцеву, чтобы по очереди? Ну, давайте. Давайте. Скажите, пожалуйста, то есть у вас у двоих, вы оба правы, как было выше сказано, но вскрытие покажет, кто правее. И, скорее всего, в ближайшие 2, 3, 5, 6, ну, 10 лет, как 7 лет, как максимум. И вот какие-то прогнозы в этой связи. То есть модернизация это рухнет и будет прав Заостровцев, или догоняющая модернизация протянется? Ну, Андрей, был вопрос. Не совсем. Конечно, дискуссия. Значит, нет, ну близко. Значит, Дмитрий написал книгу «Путин до 2042 года», ему всего лишь будет 90 лет. При достижениях современной медицины, он Мугабе в 93, но его свергли, он готов был еще идти на выборы. Так что...
Значит, вот видите, тут у Дмитрия даже до 2042 года. Я не даю прогнозов количественных. Ну и Дмитрий так это давал прогноз, понятно, с определенной долей такой юмора. А, значит, что нужно, да, чтобы, если вы хотите, я, скажем, пишу такую утопию политическую. Вот есть такой Крашенинников, не ведомый, а писатель, юрист, он написал такую антиутопию, я, мол, почему-то читаю, «После России» называется. А, значит, как распалась Россия, какие государства на ее месте образовались, то есть модернизация невозможна в рамках вот современной имперской России. Потому что удержать вот это образование, политика экономическая, невозможно, если вы объявляете свободные выборы и все прочие атрибуты современной демократии. Значит, можно представить такую фантастическую картину, что откуда-то взялись эти атрибуты. Россия разделится на некоторые части, не буду говорить какие, просто не знаю, но фактически в некоторых, в большинстве случаев, это будут какие-то авторитарные государственные образования, но, возможно, отдельным частям повезет. Вот есть такой историк, публицист Коцубинский Даниил, он все оптимистичнее относительно только Петербурга называет и окрестности называет Невским краем, даже провел границу по реке Волхов, да, что вот тут будет некая демократическая страна, а там наплевать, пусть они там друг друга перережут, передавят, передушат, пусть там Тамбовская область воюет с Воронежской и так далее. Что там будет, нас не интересно. Я не знаю, но вот я могу только сказать, что как целое, значит, вот Дмитрий написал недавно такую статью, прокламацию «Россия будет свободной». Я всегда хочу спросить, свободной от чего? Когда? Да? Но Россия в целом, если мы имеем в виду ее современный облик, конечно, свободной не будет в том плане. Россия как целостность не перейдет вот к этой модели конституционной демократии и либеральной экономики, но в силу каких-то страшных социальных катаклизмов она может разделиться на какие-то части, и какой-то части маленькой, может быть, и повезет, хотя я тоже в этом не уверен. Как целостность она не будет. Спасибо. Так, ну, я думаю, минут 10 и будем заканчивать. У кого еще вопросы? Может быть, вы свое мнение выскажете по этому же поводу? Нет, времени мало, уже не будем, я думаю. Так, значит, давайте вот вам вопрос, потом, Андрей, ты хотел выступить еще, да? Нет, совсем хорошо. Да, да. Вопрос. А если, как Юрка сказал, I would like being taken in battle. Спасибо. Значит, я выслушал выступление полковника Сарова, я как царь Соломон могу сказать, и вы правы, и я очень прав. Я буду на Ленинцу, на Ленинцу уже представлен. И Андрей Яков, значит, Андрей Павлович, я согласен, что это тяжелое наследие, полугород ГРД, наследие мужа за промоктории, и, как говорил, Бердяя, русский горизонтальное мышление, что стоит ломатым кочевником, что там до горизонта. Вот. И далее, крепостное право, 1861 год, менталитет, хрестит народ, и все как это понятно. Поэтому мы отстаем на несколько десятилетий. Но теперь на Мельницу Дмитрий Яковлевич. Ну, подрастает, сейчас мы живем в современной эпохе, массовые сети. Социальные рекрути Навального, которые выходили и помогали, в общем, как-то модернизировать ситуацию в стране. Поэтому есть уверенность, что через несколько лет в ближайшем будущем, в близком будущем, в среднем будущем,
изменится ситуация в стране. Просто вот подрастет новое поколение, сейчас, которое выходит в школу. Ну, мы знаем, вот Навальный, которые учатся в школе. И все изменится, и будет то, что вы сказали. Спасибо. Спасибо. Андрей Белых, доктор экономических наук. Коллеги, я, во-первых, сюда к микрофону. Да, я признателен за то, что мне сегодня удалось сюда попасть. Это я узнал из Фейсбука, того самого модернизационного инструмента. И спасибо большое, прекрасная дискуссия. Я с большим удовольствием вижу своих старых друзей. Единственное, что я, безусловно, полностью, если бы я был судьей, полностью бы отдал Дмитрию. Мне Андрей насторожил своим глубоким марксизмом. То есть его отношение к России настолько марксово-энгельсовое, ну вот просто, вот в 1884 год в Лондоне несколько взрывов, Энгельс пишет статью «Империалистические тайные динамитчики» и говорит, я не знаю точно, кто организовал эти взрывы, возможно, это ирландцы, которых довели до отчаяния англичане, но я думаю, что это Россия организовала эти взрывы. Никаких аргументов нет, никаких данных нет. Но мне кажется, что это вот Россия все организовала. Ну и вот мне это как-то немножко странно. Все равно, когда мы говорим «Восток-Запад», мы подразумеваем Россию и Европу, но у меня глубочайшее ощущение, что все равно мы хотим мы этого, не хотим. Мы Запад, никакого Востока из нас в принципе не получится. Я стесняюсь спросить, но очень хочется, кто здесь присутствующий там может похвастаться тем, кто прочитал там «Гэнзи Манагатари», или там Махабхарату, или Шахнаме, или там «Сон в красном тереме», сильно подозреваю, что мы все-таки чуть лучше знаем Шекспира, Пушкина, чем всех остальных. Поэтому мы точно Запад, выбираться как-то надо. Мне кажется, что все-таки полного пессимизма быть не должно. Акуджава на одном из последних концертов, на которых я был, спросили, в чем истоки вашего оптимизма, хотя, в общем-то, то, что происходит, вот как-то... Он так удивился, говорит, ну, альтернатива оптимизму немедленное самоубийство, говорит, мы же этого не делаем, надо оптимистично жить, работать, вообще такое. Ну и тут были красивые примеры, и тоже коротенькие, хорошие примеры. У меня знакомый английский историк, вполне симпатичный человек, заканчивает книгу о финансах большевиков, будет, я думаю, прекрасное совершенно исследование, наследство Шмидта, ну, блестящая работа. Но вот он, не знаю, как он там, Восток, Запад, Россия, Англия, он вышел из лейбористской партии, знак протеста против бомбардировок Югославии. И организовал митинг у себя в участке за отзыв своего лейбористского депутата из парламента, который, так сказать, поддерживал идею бомбардировок. Ну, правда, депутата отозвать ему не удалось. Но вот он кто вот в такой классификации, из какого он там ядра, из какой матрицы. Но еще раз спасибо большое за прекрасную дискуссию. Надеюсь, спасибо, я слишком задержал. Спасибо. Вот там еще вот. Ну, я думаю, что на сегодня нам уже достаточно, мы долго работаем, не последний раз встречаемся, я понимаю так, что имеет смысл такого рода дискуссии проводить, но последнее, что я должен сказать, и может быть это самое важное. У нас веселый разговор прошел, и слава Богу, но вообще мы работаем с вами в трагические дни, я думаю, все знаете, что произошло. Поэтому, хоть официальный траур у нас объявлен в завтрашний день, но тем не менее, давайте почтим память тех, кто погиб. Спасибо.